Добрый день! Хотела показать вам, какое красивое растение у нас цветет по соседству. Любовалась им, сняла и попросила у соседки семена. Она мне их дала, а ей высылали дети из Италии. Так что вскоре, может, и в нашем дворе будет красоваться вот такое растение. А это айва зацвела у нас, вернее, уже цветет на нашем прямо огороде. Недалеко от картошки. Картошку кушает жук успешно, еще и личинки откладывает, прячется. Мы с ним пытаемся бороться, пока безуспешно. Травить, конечно, не хочется, собираем вручную. Здесь, где мы раскопали целину, посадили огурчики, но пока ничего не всходит, нет дождика. И поэтому все сидит в земле. Только прет, как бешеный сорняк. Вот сорняков хватает. И с ними, конечно, очень тяжело бороться. И уже очень устали. Потому что во всех местах прет трава. У аистов, наверное, детки появились. Потому что они так активнее еще стали их кормить. А это у нас такие закаты. Пока-пока. Всего хорошего.